Напоследок давайте поговорим об играх для смартфонов и планшетников, а точнее про то, что продается в App Store. Как, вероятно, многие уже слышали, в США сейчас отмечается День Благодарения, и многие продавцы на целую неделю сбросили цены на свои продукты, причем не только американцам, но и всем остальным пользователям ай-техники. Список подешевевших игр так велик, что привести его целиком нет никакой возможности. Остановимся на главном. Если вы до сих пор не играли в игру Infinity Blade, то сейчас самое время. Покупка обойдется вам всего в $3. Очень много игр продается вообще за доллар. Скажем, на эту сумму можно купить очень хороший футбольный симулятор японской компании Konami Pro Evolution Soccer 2011. Скидка получается 67%. Ни в коем случае не упустите великолепную головоломку Gesundheit. Игра по праву получила высочайшие оценки от критиков, да и в App Store у нее рейтинг будет здоров. Массово предлагают скидки от 40 до 80% на свою продукцию компании Sega, Gameloft и Namco. Там по 20 тайтлов в списках на любой вкус и цвет. Игровая распродажа продолжится до 27 ноября. При желании можно очень основательно закупиться материалом для досуга на новогодних каникулах.